Ну, я думаю, игра понравилась болельщикам, зрителям. К сожалению, результат не порадовал, но есть и позитивные моменты. Ребята стараются. Сегодня забили 3 мяча. К сожалению, пропустили на последних минутах. Но еще раз напомню, что эти ребята в прошлом году еще играли в 3-м дивизионе. К сожалению, опыта немного не хватает. Но с каждой игрой, еще раз говорю, мы становимся опытнее. И я надеюсь, что наш успех еще впереди.